Ну что ж, друзья, я продолжаю открывать город, путешествую понемногу, и сегодня решил посетить в честь прекрасной погоды такое место под названием Kite Beach, очередное творение Мираас. Ну, что мне нравится здесь, вот очень много для бега создано и для спорта на самом деле. Ну, сегодня просто отличная погода, волна бьет. Хоть есть ощущение, что это море, да? Плюс 28-29, водичка 28 градусов. Но купаться сегодня запрещено. Красные флаги подняли, потому что, видимо, волна бьет. Самое время погулять. Друзья, ну посмотрите, какой ад здесь творится туристический. Не дай бог оказаться когда-нибудь в таком автобусе и, в общем, оказаться на такой экскурсии. Жесть полная. Для меня это просто был бы кошмаром. Ну что, по итогам, Kite Beach, ничего особенного. Такой публичный пляж без особой инфраструктуры. Ну, в общем, я немного разочаровался, потому что ожидал увидеть что-то типа La Mer. А тут, в общем, ну, не La Mer, такой обычный публичный пляж. Ну, раздевалки там, какие-то спортивные сооружения, а так вот, чтобы восхититься, нет. Такого здесь ничего нету. И он переходит так вот поэтапно, фактически до Бурдж-Аль-Араба. В публичные такие пляжи для свободного посещения. Так что, в общем, впечатление, ну как. Про погоду у нас сейчас хорошая, замечательная просто. И купаться хорошо, правда, сегодня запрещено. Купаться, волна большая бьет. Но очень здорово. И еще мне что понравилось, вдоль этих всех пляжей проложили беговую дорожку. Можно бегать, тренироваться, гулять. Ну, в общем, здорово. Неплохо.